Алла Пятова настраивает Алену Леонову на выступление. Видимо, с юмором, раз Алена Леонова улыбается. Детские голоса скандируют «Россия, Россия». Ну и в программе заявлена музыка Альфреда Шнитке и Нино Рота. Шнитке – это та самая цирковая полька, а Нино Рота – музыка, известная ля страда. Старалась держать настроение на протяжении всей программы Алена Леонова. Настроение должно было быть забойным, веселым, цирковым, клоунским. Поэтому, конечно, первый каскад, где она ошиблась с выездами, этого настроения не добавлял, но она старалась дальше не терять это настроение. В принципе, и получилось. Так, зал, конечно, сегодня сложный, прямо скажем. Здесь сделала тройку перед тулупом, да и самого тулупа с поднятой рукой, которую она исполняет, закрутилась. В общем-то, подпортит, конечно, оценку, причем даже больше с судейской точки зрения.
прыжки, потому что вот это вот отсутствие выезда, это все идет в минусы или в отсутствие плюсов. Жалко, говорит ей тренер Алла Яхмедзатова. Ну, это первый старт на гран-при. Нам нужно время, чтобы раскочегариться. Так вот, у некоторых спортсменов наоборот получилось, как вот у Бобровой с Соловьевым. У них самый чистый прокат как раз был Воденцова на контрольных. И они так были готовы к началу сезона, что даже вот есть опасения, что они немножко чуть раньше подготовились, чем нужно. Алена, посмотрим, еще впереди большой сезон. Ну и потом это короткая программа. Здесь, конечно, одна троечка уже стоит многого. Она занимает третье место, 25 и 25.